Президент Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Народный артист Российской Федерации» артисту Московского художественного академического театра имени Чехова Александру Семчеву. С присвоением звания земляка поздравил губернатор Игорь Руденя. Глава региона отметил, что жители Тверской области, малой родины актера, гордятся его достижениями. Александр Семчев родился 16 апреля 1969 года в Вышнем Волочке. Окончил театральное училище имени Щукина, служил в театрах «Современник» и «Сатирикон». С 1997 года работает в МХТ имени Чехова. Сыграл много ролей в кино. Несмотря на постоянную занятость на столичных театральных подмостках, актер не забывает родное Верхневолжье. Александр Семчев является одним из амбассадоров Тверской области на международной выставке «Россия на ВДНХ».